Если вы поможете защитить Цири от дикой охоты, император вас амнистирует. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Можете. А что с Фрингильей? Не знаю. Но я поговорю с ним. Вы еще как следует не поздоровались, а уже плетете интриги? Такова наша натура. Я не ослышался. Ты уговорила императора простить их? Если они помогут защитить Цири. Что-то не верится, что он пошел на подобную сделку. Не хочешь — не верь. А что там с Фрингилией? Рис говорила, что вы не смогли с ней связаться. Возможно, потому, что она сидит скованная Двимеритом в императорских застенках. По крайней мере, именно на это намекала Рита. Ха. Я так понимаю, об этом император забыл тебе сказать. Не нравится мне это. Мы так не договаривались. Когда все кончится, я вызову императора на честный разговор. Пойдем, все уже нас ждут. Все уже здесь, мы ждали только тебя. Отплываем? Поднимаем якоря. Теперь мы знаем, где его величество Имгир Варемрейс. Он решил завоевать Скеллиге? Он же знает, там мои друзья. Он хочет подарить острова тебе. Вместе с Цинтрой и остальной империей. Здесь есть и свои плюсы. Ты думаешь? Императору придется помочь нам в бою с охотой. И мы нашли Фрингилью Виго. Давайте уже быстрее искать этот солнечный камень. Похоже, на Скеллиге у нас набирается куча дел. Нам нужна Фрингилья Виго.
Пока мы даже не знаем, что это за солнечный камень. Его создали, чтобы эльфы холмов могли призвать корабли Аэнейли. Теперь это символ упущенного шанса на объединение двух народов. Так никто из вас не знает истории о Гелване и Дилиан с белых кораблей? Расскажешь? Обожаю эльфские легенды. Гелван был знающим из народа Ольх. Он влюбился в эльфку из Айнсиды, но Дилиан отвергла его любовь. Геральт, наверное, пошутил. Ничего не случится, если вы узнаете эту историю. В день отплытия белых кораблей Гелван подарил ей солнечный камень. Он думал, со временем сердце Дилиан смягчится. Он велел ей использовать камень, когда она начнет по нему тосковать. Тогда он вернулся бы к ней даже из другого мира. Звучит хорошо. Будем надеяться, нам этот камень пригодится больше, чем той эльфке. Меня больше интересует, сможем ли мы использовать солнечный камень. Вы? Нет. Я, разумеется. С небольшой помощью чародеек. Часть которых уже блюет под палубой, а других мы не можем найти. Откуда известно, что камень на Скеллиге? Из легенд. Эльфских. Он хранится там, где столетия назад причаливали белые корабли. То есть на любом из островов. Прекрасно. Я поговорю с Машауром. Ты знаешь, где он? Я поспрашиваю в порту. Там сейчас стоят дракары Краха. Вы можете телепортировать меня на корабль Ингера? Исключено. Он экранирован сильнее, чем императорская почивальня. Можно попробовать пробиться туда силой. Фрингилия нам нужна невредимой. Они знают, что мы здесь? Чародеи Имгыра? Безусловно. Если о Фрингилии уже договорились, почему он не вышлет нам ее в какой-нибудь лодочке? Они не договорились. Император обещал безопасность ложа, но... С Фрингилией все сложнее. Она его подданная, и на ней по-прежнему висит смертный приговор за измену. Когда мы, наконец, придумаем, как перебросить тебя на флагман, ты сам узнаешь, в чем дело. Я сам проберусь на корабль Императора. Плавь? С мечами на спине? Да стражники подстрелят тебя, прежде чем ты успеешь произнести белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Не паникуй, он что-нибудь придумает. Попробуй подплыть ночью, у тебя будет больше шансов. А когда поднимешься на борт, покажи императору это письмо. Надо напомнить ему, что он обещал и что получит взамен. Я пошел. Удачи.